Поехали. Всем привет. Сегодня у нас 25 января. Тема PPC Tools. Очередная разбор полетов, изменения в программе, улучшение надежности, уменьшение количества лагов и всего остального. Поехали. Так, там мой экран видно, нет, расшаришь? Все отлично видно. Окей. Ну, сегодня у нас, я так понимаю, не очень много будет народу, там 18 человек, так что я, может быть, предложу такой сегодня вариант, что мы там какую-то часть рассказываем, а потом отвечаем на вопросы людей, которые PPC сейчас делают, ну, с какие-то, может быть, там проблемы или еще что-то. Ну, то есть вот так немножко поделить семинар. То есть народу мало, я думаю, не так мы должны справиться, по крайней мере, половину семинара. Вот. Ну, собственно, показываем, рассказываем на Денисовом аккаунте, да, то есть здесь не видно товар, непонятно, чем Денис торгует, но видно там, что происходит и как с чем бороться. Значит, если кто-то вообще, ну, наверное, на сотках только чат, да, потому что голос везде отключен, чтобы не фонило, но хотел узнать, ну, кто из слушателей, кто-то пользуется нашим софтом и, собственно, есть такие или нет? Там, я не знаю, в чат можно писать там или... Я могу все в чат написать, если есть кто-то. Да без разницы, видно? Можно голосом, можно в чат. Ну или можно голосом, да, если у кого-то, да. Но ладно, я не вижу ни чата, ни голоса, поэтому да, просто начну с того, что у нас за последнюю неделю довольно много выкатилось изменений, которых не было до этого. Ну, самые основные – это, наверное, то, что мы теперь в SearchTerms показываем, что жест от беды. То есть не надо лазить в Amazon, чтобы понять, какой нужно ставить битрейндж, чтобы попадать в гарантированную выдачу. Ну, гарантированная выдача, если кто не знает, это та самая вилка, которая будет давать больше всего показов. Ну, то есть это, условно говоря, первая страница. Ну, это условно говоря. То есть это не совсем верно, но можно считать, что это первая страница. То есть если вот на нашем примере это, если мы хотим попасть, чтобы у нас было максимальное количество показов, это нужно быть в диапазоне от $29 до $2. Ну, также рекомендуемый бит, это Amazon сам его рекомендует, это средняя цена, по которой он считает, что это соотношение цены и количества кликов, ну, количество показов, точнее, будет наиболее, скажем так, сбалансировано, наиболее правильно. Вот, соответственно, мы можем принимать эти данные от Amazon, они, как правило, близки к истине, нажимая эту кнопку, мы просто проставляем наш бит, и у нас бит становится именно такой, какой советует Amazon. Вот. Также у нас появилась, опять же, на этой неделе возможность включать ключевики непосредственно из интерфейса SearchTerms. То есть если мы видим, что какой-то SearchTerms довольно поганый и... похоже, что все такое же у ключевика, это все так же со всеми другими SearchTerms, мы можем прямо из этого интерфейса его отключать. Либо даже сразу в архив управлять, если совсем безнадежно. Вот. Точно так же у нас появилась возможность сразу делать негативы из этого же интерфейса, то есть мы можем выводить из негативов. Вот. И какие у нас еще нововведения здесь? Ну, наверное, это основные, которые были. То есть это suggested появилось, ну, возможно, редактирование видов у нас давно было, и можно сразу ставить негатив. А, ну и все это происходит без перезагрузки сейчас. То есть если вы все это меняете, то есть это все меняется фоном, в Ajax, в бэкграунде, то есть не на странице не перезагружается, все автоматически тут же подсасывается на Amazon. Чем это стало удобно? Ну вот, например, по аккаунту Дениса это довольно быстро, у него довольно много ключевых слов, у него довольно много SearchTerms, то есть вот здесь 371 страница. И это удобно тем, что, например, мы можем отсортировать все по ревеню, то есть по спенду. И когда мы отсортируем это все по спенду, то мы видим, какое количество, то есть самые наши пожирающие ключевики, или, грубо говоря, в нашем случае SearchTerms, и мы можем смотреть, что происходит с самыми высокобюджетными словами, и моментально тут реагирует. То есть на самом деле это экономит невероятное количество времени, потому что раньше нужно было посмотреть, найти их в Excel, потом потом из Excel все руками бегать в Seller Central, включать, выключать, добавлять негативы и так далее, править биды. Сейчас это все делается руками, ну, там, я не знаю, сколько ты тратишь на это время в день обычно.
Да, ну быстро, просто давай, вот сейчас ты все доделаешь, я расскажу свою логику и стратегию. Да, окей. Да. Значит, соответственно, здесь можно то же самое, можно, есть у нас еще меню ключевики, но там менее интересно, потому что все основные события происходят здесь. То есть все паразиты, все самые нехорошие вещи, которые могут быть, они все происходят на этой странице. Это удобно тем, что мы можем все сразу, за всем сразу следить и все сразу отправлять. А еще один вопрос, тоже многие интересуются. У нас вверху два date range вот здесь вот. То есть один написано preset fast, а второй slow. Чем они отличаются, тоже вопрос. Значит, preset — это то, что мы генерим каждый какое-то определенное количество времени, то есть, например, каждую неделю или каждый месяц, или каждые два месяца, в тех аккаунтах, больших аккаунтах, в которых огромное количество вот этих search terms. Если просто брать date range какой-то кастомный, ну, то есть от какого-то какого числа, это будет грузиться, но вот у нас есть аккаунт у человека, у которого это может там минут 40 грузиться. Просто грузится вот эта вот кастомная таблица. Поэтому мы сделали презеты. В презеты все практически моментально грузится, потому что это преформированные данные, но презеты не дают каких-то определенных выборов дат. То есть если у вас небольшой аккаунт, то, в принципе, вы можете работать вот здесь, date range. То есть вы можете какие-то кастомные выбирать date range, но если у вас большой аккаунт, у вас огромное количество search terms, то для вас есть презеты, и довольно быстро все работает из презета. То же самое касается фильтров, то есть можно сразу смотреть по фильтрам. Если у вас, скажем, можно ставить фильтр, например, который ищет только хорошие search terms, у которых окос меньше 25, вот мы их сразу находим, и предположения какие, например, можно на этих ключевиках либо выносить их из негатива, потому что они явно здесь зря висят, либо, может быть, повышать бюджет на ключевик, потому что, ну, хороший. Но надо опять же смотреть, то есть надо сортировать кейворду, посмотреть, что происходит с остальными сортерсами, которые привязаны к этим кейворду. Если там картина такая радостная везде, то вполне можно повышать бит по ключевику, потому что окос у нее довольно низкий, может быть, повысится. Вот. Ну, самый правильный вариант, конечно, это если выносить этот ключевик в экзак. Ну, то есть здесь он у нас находится в броуде с шикарным окосом, хороший ключевик, явно, что он с хорошим у него окос собирает, значит, мы его выносим в новую компанию в экзак и лупим по нему уже довольно большие там бюджеты. Так, то есть, ну, по нему уже можем увеличить бюджет, потому что на броуде увеличивать бюджет — это всегда какой-то риск, потому что там гигантский хвост всяких непонятных серж-терсов, которые за ним подтащатся, и не факт, что на всех будет показывать такой же окос. То есть, ну, это для этого нужно пойти в Keywords, найти это слово, посмотреть, какой по нему идет общий окос, ну и, соответственно, уже решать. Но, опять же, лучший вариант — просто вытащить этот search terms на exact и уже по exact делать компанию. Точно так же мы здесь можем смотреть плохие окосы. Это те, которые нам дают, плохие search terms, которые нам дают окос больше 50. Ну, с ними варианты борьбы тоже все знают, их два основных, то есть понижать ставку. Если это не работает, то, соответственно, уже дальше разбираться, что может быть просто там слово какое-то нерелевантное. То есть, но, опять же, если заказы у вас идут, вот, например, вот этот окос 7 здесь, заказы идут, здесь в чем проблема? Почему, например, что происходит здесь? Вот здесь как раз пограничный случай, хороший для рассмотрения. То есть, например, у нас диапазон показов, ну, максимальный, идет с $1.37 до $2. У нас текущий бит $1.40. Явно нужно снижать, ну, если мы принимаем, что хороший окос у нас там 30-40%, то явно в два раза надо снижать, но что при этом произойдет? При этом произойдет, если мы до 70 центов выпадем, ну, практически трафика не будет, он остановится, он попадет куда-то там на вторую, конец страницу, то есть трафик уменьшится сильно. Вот. Но тут два варианта. Слово у нас экзактное, поэтому на экзактных словах всегда надо думать. Надо думать, есть ли смысл тянуть такой окос на экзактный слой, потому что, опять же, как я говорил на прошлых семинарах, всегда есть вероятность, что этот окос, что этот экзакт может вытащить какую-то органику за собой, потому что экзакт 7 заказов — это все равно, что 7 раздач по этому ключевику. Поэтому у нас есть трекинг, вот как раз на этом трекинге надо смотреть, насколько этот экзакт тащит органику, то есть на каком
месте сейчас находится органика, и если она там растет, если с этим экзотом растет, то, может быть, даже имеет смысл оставлять этот окос, потому что органика потом три окоса это нивелирует. То есть это придут заказы с органикой, которые это, фактически три окоса опустят где-то там, там 30 нужных процентов. То есть это всегда нужно с экзактами всегда аккуратно снижать. Потому что если мы сейчас этот экзакт вынесем за зону вот сюда вниз, за низ бит-рейндж, то у нас точно так же упадет органика, потому что заказов не будет, трафика не будет, органика упадет, и все. И этот ключевик у нас окажется бесполезным. Поэтому я уже сказал, что надо сделать. Но опять же, не самый лучший вариант на самом деле загасить его в негативу, потому что все равно заказы к нему идут. Заказы идут, это просто надо уменьшать бит. Поэтому лучше всего вытащить его из негатива, просто уменьшить бит. Следующий пограничный вариант, тоже здесь рассмотрим, это Zero Sale. Zero Sale – это такие товарищи, которые у нас жрут денег, а толку от них никакого. Ну, то есть фактически спенд есть, реклама, то есть клики идут, а продаж никаких нет. Ну, вот у Дениса все замечательно почищено уже. Здесь мы ничего не найдем под флоу, потому что максимально это Zero Spend, я смотрю, $16, но в принципе это нормально. По Zero Sale, в принципе, граница зависит от вашего... от вашей конверсии, то есть если у вас конверсия там в районе 10% в среднем, то для вас уже погранично будет неправильно, ну, если 15 кликов и ни одной продажи, то это стоит задуматься. Но обычно где-то 20, 25, 30 кликов и без продаж, это уже означает, что, ну, если вас не скликивают, конечно, то это означает то, что здесь уже спокойно можно заносить негатив, или если это не экзек. А если это экзек, то слово можно спокойно отключить. Значит, еще один пограничный момент, который здесь может быть, но мы его рассмотрим в другом меню, потому что сортировки его нет. Ну, как все знают, что Amazon очень не любит низкий CTR. Ну, то есть, грубо говоря, CTR меньше 0.18, уже Amazon считает, что он зря показывает ваш товар, потому что слишком мало на него щелкает, и он перестает показывать. Ну, то есть он меньше показывает. То есть, как правило, у товара с высоким CTR у них показов выше, чем у товаров с низким CTR. Поэтому тоже надо следить, если у вас по какому-то ключевику становится CTR слишком низкий, ну, это здесь уже в кейвордах можно смотреть, то, соответственно, надо этот ключевик отрубать. Потому что, ну, фактически он будет портить только картину Амазона, и он будет считать, что у вас товар не очень релевантный, и здесь надо либо работать на изображении, но, скорее всего, это просто нерелевантный ключевик. И если, опять же, если у вас CTR становится ниже, ну, здесь везде хорошие, здесь нет не на чем показать, но если у вас CTR становится там ниже 0.18, то это уже красная зона, и надо просто отключать такой ключевик, потому что однозначно это просто портит все дело. То есть Amazon начинает считать, что ваш товар он не очень хороший, начинает его меньше показывать. То есть такой ключевик просто не нужен. Теперь, что касается... Ну, то есть, если разобраться, то ваша... ну, не ежедневная, скажем, еженедельная, там, два раза в неделю труд, это просто заходить сюда, на Search Terms, проверять, здесь под спенд все отсортировано, смотреть самые ваши высокорасходные ключевики и Search Terms, и делать какие-то действия. То есть либо уменьшать ставку, либо заносить их негативы, или и проверять CTR. Это можно делать руками, но есть еще больше, более лучший вариант все это делать на автомате. Наш автомат делает все то же самое, только вместо вас. То есть если вы, вот эти действия, которые вы делаете руками, автомат делает то же самое каждый день, только каждый день, и вы можете просто задать ему какие-то правила, чтобы он делал, и он дальше будет делать автоматически. То есть если мы, например, хотим вот этот ключевик вести на автомате, мы жмем сюда, идем на автомат, и здесь настраиваем, чтобы это все происходило на автомате. Но опять же, здесь... как и любые автоматы, все автоматы, кто бы что ни говорил, работают хорошо только при большой статистике. То есть если у вас меньше 10 продаж, ну, здесь у Дениса там 80 продаж в неделю, там, в месяц на одном ключевике, ну, в таком вот можно совершенно спокойно врубать автомат, потому что он будет шикарно работать. Автомат хорошо работает, когда у вас там 5-6 заказов по ключевику в неделю. Он прекрасно справляется, когда у вас там на ключевик приходится один заказ в месяц, автомат ничего не будет делать. Он просто не поймет, что ему делать. То есть автомат начинает какие-то действия после второго-третьего заказа. То есть когда у него уже появляется окос, когда он понимает, что происходит, и он начинает его уже выравнивать. Если у вас слово низко
трафиковый, малый на нем клик и так далее, не надо его ставить на автомат, ничего хорошего из этого не будет. То есть просто не будет ничего. Вот. Поэтому такие слова может быть интуитивно, руками, по вашему самочувствию. А вот все, что касается высокобюджетных, экзактных, особенно компаний, небольшие бюджеты, автомат выручает очень сильно. Вот. Но автоматом, опять же, ну, здесь вот у нас как раз об этом предупреждение, что если у вас там мало заказов на ключи, лучше его не включать. Автоматом надо уметь пользоваться. И основное, что здесь есть, это как раз вот эта штука, галочка. Но не эта галочка, вот эта галочка. Это означает, что не выходить за пределы той самой зоны, о которой я вам рассказывал. Вот она, наша зона. И почему так важно, например, автомат оттуда не выходить? Потому что вот на ранних стадиях, когда мы только начинали тестировать автомат, мы сталкивались с одной самой основной проблемой, которая у нас была. Это вылив. То есть автомат начинает снижать ставку, ну, правильно, потому что у него высокий АКОС, и он вылетает из этого рейнджа, все. Ну, я уже говорил на этом семинаре, по торговле прекращается, и ничего хорошего из этого не уходит. Вот эта галочка как раз ограничивает, чтобы автомат не мог вылетать из этой зоны. Но, предположим, вот автомат не вылетает из этой зоны, а АКОС у нас все равно держится большим. Какой смысл от автомата, если он все равно не может снизить АКОС? Но не все так плохо. На самом деле, когда вот такое событие происходит, вот у нас есть меню «Автопилот», у Дениса там пока еще ничего нет, поэтому я не буду показывать. Но когда у вас вот происходит такое событие, автомат очень просто, он посылает вам предупреждение сюда. В «Автопилот», в этом меню здесь появляется единичка, то есть одно предупреждение, вы видите единичку, заходите сюда, и там как раз эта ситуация вся расписана. Он говорит, что, уважаемый пользователь, вот у вас такая ситуация, у вас высокий АКОС, у вас пограничная зона, там, нижняя обозначена как 2 доллара, вы мне запретили через нее перепрыгивать, но для того, чтобы АКОС снизить, мне придется через нее перекрыгнуть, иначе я не смогу снизить АКОС. И он у вас спрашивает, что мне делать? То есть вы так, и вы решаете, вы там с трекинга смотрите, ага, мне, в принципе, никакой органики особо этот ключевик не тянет, я на него бюджет тратил, и говорите, окей, автомат, я разрешаю тебе зайти за нижний предел, и все, автомат начинает уходить вниз, и, соответственно, таким образом выравнивает АКОС. Но соответственно, этот ключевик там выпадает из большого количества трафика. А, то же самое, здесь масса настроек, то же самое, если у вас, если вы не хотите заносить руками в негатив, автомат точно так же это умеет делать. А делать это очень просто. А, здесь есть такая штука, называется, соответственно, количество минимальных кликов. После, ну, то есть это клики, при которых никаких действий после них не происходит. То есть человек там 20 раз люди кликнули, но ничего не купили. Поэтому это явный кандидат на добавление в негативы. Здесь можно любую ставить цифру. У меня там, ну, мы предполагаем, что средняя конверсия у людей где-то порядка 10%, поэтому 20 кликов, это уже означает, что что-то происходит нормально. Но с запасом можно ставить там 30-40, ну, обычно 20%. По нашему мнению, хватает. То есть не бывает так просто так, 20 кликов ни одной продажи, это уже меньше 5%, это означает, что явно что-то не то. Но с запасом лучше ставить там 30-40, смотрите сами. А, дальнейшие вещи – это еще ограничить, не идти ниже даже suggested bit, это означает вот этого. Ну, если в нашем случае suggested bit – это $80. То есть автомат не сможет опуститься за $80, если вы ему не разрешите, когда он вам здесь выдаст галочку, то есть что разрешите вы ему или нет. А, ну, еще одна настройка. А, это, соответственно, suggested bit range – это означает, что он будет у вас крутиться только suggested bit range, не сможет уйти выше. То есть если даже у вас слишком низкий АКОС, ему захочется уйти выше, поставить какую-нибудь ставку там, я не знаю, который будет выше своей субъекции, вот это его ограничит от этого. То есть он не сможет, тоже выдаст ворнинг туда, и если вы ему разрешите, то тогда он выйдет. Ну, это плавность хода, у нас новый алгоритм, мы просто оставили его как атовизм, он, в принципе, сейчас не нужен, но мало ли вдруг это плавность хода, чтобы у вас там больше 20% ставки менялось. А, собственно, вот те же самые все действия, которые вы делали руками, если вы включите автомат, автомат можно включать на любом уровне. Но, опять же, так как автомат не даст вам, то есть те, которых компания на автомате, уже руками ничего нельзя делать. Поэтому включайте лучше автомат на Exact компании, на Phrase компании, либо если у вас какие-то есть там в компании, где у вас везде микс, просто на самые высокотрафиковые ключевики. То есть те ключевики, которые просто вот дают, вот как у Дениса, 8 заказов, 20 заказов, 16, там, 17, 12. То есть вот это все можно ставить на автомат, будет замечательно работать. Вот где-то уже там, я не знаю, заказ один, если там 5, 2,
Один, нет никакого смысла уже шуркать, потому что слишком мало статистики, автомату нужна статистика, без нее он ничего делать не может. Еще раз, все действия, они будут отображены здесь, вот, меню warning, соответственно, здесь будут появляться эти warning, здесь кнопка actions, то есть если у вас появляется warning, вы как-то на нее реагируете. Если вы уже отреагировали, соответственно, он отсюда исчезает. Ну, кто ставил, кто работал с автопилотом, знает это, сталкивался, соответственно, знает, что с этим делать. Далее, есть у нас еще нововведение, которого не было раньше, это кнопочка hide scenes. Очень это по просьбе как раз вот Денис являлся инициатором этой кнопки. У тех, у кого в Search смогли огромное количество, значит, осинов конкурентов. Ну, то есть, вот если мы сейчас это уберем, эту галку, то вот здесь, например, у нас вот появится, сейчас увидите, что ну, все знают, как осин выглядит, они вот, вот они пошли осин. Ну, они здесь зашифрованы, ну вот они, вот осин, вот осин, вот осин. Вот осин. Но это еще так более-менее. Но практически вот здесь вот там чуть не половина выдачи вот этих осиных конкурентов, с которыми вообще ничего мы не можем сделать. То есть вот, кстати, недавно на форуме об этом говорили, что как минусовать осин? Никак. То есть в автокомпаниях эти осины вы никак не можете заминусовать, потому что ну просто их нельзя заминусовать. Даже если вы его добавите... Я смотрел, Владимир Ирсайт написал... Негатив ну, поставьте. На Reddit была статья уже, я вот с ним уже обсуждал эту тему, на Reddit была статья на эту тему, и все там говорили, что в принципе технически это, даже если вы негатив его засунете, все равно там принцип другой. То есть никто не ищет, понимаешь, смысл негатива это, что когда кто-то ищет по этому слову, да, вот по этому, например, осину, да, если кто-то полезет в амазонский поиск введет этот осин, а у тебя это слово негатив стоит, то тебя не покажет. Но там же механизм совсем другой. Там же смысл, что ты ищешь по какой-нибудь там, я не знаю, там, чехол для айфона, да, потом заходит на товар конкурента, ты отображаешь, твоя реклама там внизу отображается, и после этого он уже кликает на тебя, понимаешь? То есть фактически... Понятно, все, смысл есть. Да, то есть там механизм совсем он другой. Он заходит по-другому. Он заходит по-другому, совершенно верно. Он заходит по какому-то там осину, там, чехол для айфона, а потом уже внизу, когда он видит твою рекламу, он уже на тебя кликает и туда уже переходит. А у тебя отображается, что он перешел с осины конкурента, понимаешь? Поэтому здесь, к сожалению, сделать ничего нельзя. И, соответственно, единственный вариант с борьбы с этим, да, это как можно быстрее уменьшать, ну, то есть автокомпании, они нужны когда? Когда вы вначале собираете вот эту всю базу ваших ключевиков, в котором будете дальнейше работать, и когда у вас там, ну, просто лень заниматься с этими низкобюджетными кучей хвостов, там, броудов и так далее, а вы просто на довольно низкий бюджет ставите автомат, и он собирает вот эти хвосты прекрасно, и с осинов конкурентов прекрасно собирает и так далее. То есть, ну, это не всегда плохо. Поэтому, собственно, бороться с ним нельзя, но это не всегда плохо. Иногда сильно конкурентов показывают хорошие отпуски, даже там, даже очень хорошие. То есть всегда все по-разному. То есть если у вас товар лучше конкурента, а он висит выше, а цена, например, у вас ниже, он выглядит лучше, то кто-то зашел там на самую лучшую там выдачу наверху, у которого конкурента, потом увидел вас, у вас товар лучше, цена лучше, и он ушел к вам. То есть это тоже прекрасный вариант. Вот. Так, теперь что еще по нововведениям? Значит, опять же, если вы хотите, ну, это у нас уже было, наверное, показывать нет смысла, если вы хотите фильтровать только по каким-то вашим SKU-шкам, то есть по вашим конкретным товарам, вы выбираете конкретный товар, потом выбираете конкретную компанию, можно выбрать все компании, можно так, и у вас будет показывать здесь данные по определенным товарам. Почему, вопрос сразу, почему, да, то есть вопрос-ответ, почему, например, здесь нельзя сразу показывать товары? Это удивительная особенность нашего Амазона, то есть отчетность Амазона, он не привязывает, и, собственно, вот это вот одна из его как бы бед, да, то есть мы разговаривали с поддержкой Амазона, мы пытались как-то их заставить это сделать, они один раз за всю историю выкатили на бету, но потом сказали, а, все равно никому не надо, нам слишком сложно генерить, и они от нее отказались. То есть у Амазона в отчете нет привязки между Search Terms и товаром, то есть он привязывает только к компании. То есть вот у него показан Search Terms, компания, отгруппа, ну и отгруппа еще. А что конкретно, по какому товару был клик, кто туда, этого Amazon не дает, к сожалению. Вот, поэтому привязку мы можем делать только на уровне компании. Поэтому когда вы фильтруете, например, какие-то свои
товары, то есть он показывает все компании, как, которые, в которых присутствует этот товар, и это единственный способ, собственно, выделить товар. Поэтому всегда лучше создавать, ну, это правило, одно из правил, естественно, все знают, вот я не буду пионером в этой области, если скажу, что надо все ваши товары распихивать по разным компаниям, а в одних компаниях может держать только там родители, дети, типа разноцветные или разноразмерные, и то лучше распихивать их по разным от группам, потому что будет ясно, там, например, какие ключевики лучше работают для красного света, да, какие там для зеленого и так далее. Вот. Ну, также здесь у нас фильтры, но они не поменялись, они как бы остались, то есть можно здесь какую-то сделать хитрую схему, то есть, например, там, посмотреть, на каких там была слишком низкая конверсия, то есть, вот, например, как раз найти там, если вдруг кого-то там конверсия была там номер 18 у нас в баре, то есть найти сейчас все товары, которые у нас будут с низким CTR. Ну, скорее всего, не, у Дениса даже какие-то есть такие. Ну, вот их тут, наверное, не слишком много. Да, но они есть, и соответственно, вот с ними надо там уже... Ну, это лучше не здесь смотреть, потому что это больше относится к киварду, это лучше идти пойти конкретно в киварды, и лучше всего делать не из этого меню, то есть пойти в киварды и там просто по CTR отсортировать самый низкий по самый высокий. И уже вот там смотреть, ага, что происходит, и, может быть, там либо минусовать, либо отрубать, то есть разбираться уже лучше в кейвордах. То есть меню кейворда, а не search terms. Ну, кейворды вот только подгрузились, не будем, значит, с ними заниматься. Вот. Значит, еще вопрос. Почему это грузится? Потому что это живые биды, они подгружаются непосредственно напрямую с Амазона, и мы как бы... то есть это вот реальный бит, который сейчас, то есть это не какой-то там снапшот, снятый там вчера, то есть это реальный бит, который сейчас у вас стоит на Амазоне, поэтому они так долго подгружаются, но тем не менее это гораздо удобнее, чем брать этот снапшот, потому что если вы руками что-то там поменяли в сервер-централе, то здесь у вас уже будет отображен реальный живой бит. Так, по автопилоту рассказал. А, ну, собственно, я еще хотел сказать, вот многие тоже спрашивали, на прошлом семинаре я говорил, ну так скользь, но сейчас побольше скажу по поводу такой фичи, которая называется включение-выключение ночи. Опять же, не помню где, то ли у Брайана, то ли еще где-то публиковался график для времени по Амазону, ну то есть это тихоокеанское время, в какие часы, какой окос, в какие часы. То есть там был очень интересный график, там было, я сейчас не найду, вот если будет, потом присоединю к собственно, к самому посту на Амазоне. И там был график, ну, амазонское время, тихоокеанское, соответственно, там было распределение по окосу, в какие часы какой окос. Ну, там, видимо, брали какой-то товар у клиента, у которого довольно большие продажи в день, там, чтобы можно было мерить окос, там, ну, то есть там сотни единиц, чтобы было понятно. Ну, то есть, чтобы в час у него было там не менее десятка продаж, там, чтобы можно было посмотреть, так, какой у него реальный окос, какие часы. Вот. И исходя из этого, то есть некоторые часы можно совершенно спокойно вырубать, потому что окос у них был довольно великий, потому что, ну, опять же, уже обсуждали этот момент, у нас как бы аудитория США, она живет и работает в одно и то же время, да, то есть, ну, разница между тихоокеанским временем и атлантическим, она всего 3 часа. То есть, условно говоря, когда ночь, там, я не знаю, там, с нуля до там, времени по тихоокеанскому, там, до там, 5 времени по атлантическому, то, ну, тоже по тихоокеанскому, там, это 8 на Атлантике. Вот, соответственно, в это время явно американцы спят, и явно там кто-то другой ходит. А кто-то другой, это может быть, там, я не знаю, это может быть, там, Европа, это может быть, там, Китай с Индией, которые, в принципе, тоже кликают, тоже все смотрят, но ничего не покупают, потому что, ну, зачем им? Они пойдут на свой, там, индийский Амазон, там, или еще куда-то, но просто из любопытства они сидят, разглядывают, там, товары, там, или идеи тырят, или еще что-то. Вот. И, а мы же за клики все равно платим, поэтому есть, собственно, идея такая, она как бы у всех детала, и вопрос был в том, как ее осуществить. Это как раз, а можно ли отключать рекламу на какое-то время? Ну, предположим, совершенно точно можно отключать там где-то с часу по тихоокеанскому, где-то часов до 4, ну, там, в это время до 5, ну, 3 часа, ну, хотя бы на 3 часа тоже сэкономим деньги. Вот. Ну, в принципе, конечно, это делать можно. Ну, по московскому времени могу сказать, когда отключать. Ну, или по московскому, да. Да, не там, я не знаю, кто. У меня есть товары, которые сотнями в день продаются. Там и так понятно, когда отключать. Вот у меня, если Amazon выгружается, когда у нас
обновляется вот этот момент, когда день, сутки заканчиваются. Вот можно 2 часа прибавить, дай бог. Это у меня по саратовскому получается 12 часов дня. То есть вот в 2 часа можно спокойно отключаться, там вот это, ну, в час-2, то есть выбирать надо, смотреть. Можно спокойно в час отрубать, потому что у меня после этого обновления постоянно продаж еще 5-10 долетает. Он заторможенный, я не знаю, или что, но на следующий день 5-10 продаж залетает. Соответственно, потом вот эта пауза до 4 часов дня. То есть часу до 4 спокойно можно на 3 часа отключать, вообще не думая. Да. А, собственно, как это можно сделать? А, можно, опять же, на уровне компании, можно на уровне ключевиков это сделать. А, в тот раз показывал, но, соответственно, делается это следующим образом. То есть идет в экшен, schedule, и у нас вылетает время, здесь показано, но вот опять же мы напишем крупными буквами, это тихоокеанское, то есть это время Амазона, чтобы вы не путали. А, это PST time, тихоокеанское, Pacific, значит, time. А, это время, когда это что-то будет происходить. То есть либо выключать, либо... То есть, например, если мы хотим с часу ночи до там, 5 утра вырубать, чтобы ничего не работало, чтобы у нас там, соответственно, АМ. У нас три варианта. Первое – ничего не показывать в этот период, то есть просто вырубает робот, заходит, ставит компанию на паузу, и, или там ключевик, или от группы, там, в зависимости от того, что вы там выберете. И, соответственно, в 5 часов опять заходит, и в 5 часов, соответственно, поставит ее опять статус ранее. То есть это таким образом происходит. То есть, либо, то есть в какой-то определенный момент робот идет на Seller Central, ставит на паузу. Ну, то есть он, конечно, не идет, он просто посылает команду. И, соответственно, в 5 часов он просто опять эту команду посылает, что опять возобновляется показ. А, здесь, соответственно, есть разные варианты. Либо просто отключать, либо устанавливать какой-то уменьшенный бит, что, в принципе, более правильно, потому что, как многие знают, когда включаешь кашу компании, там какое-то еще время Amazon там чухается, приходит в себя там и так далее, там может не дать, опять же, столько же показов, как раньше. Поэтому более правильный вариант – это ставить бит, просто уменьшать бит на этот период. То есть не надо отключать, просто ставьте мелкий бит. Вот. Соответственно, поставьте там, я не знаю, там 0.03, 0.10, там 0.15, или просто применяйте коэффициент какой-то. То есть, если у вас там АКОС уменьшается в два раза, то есть просто в два раза уменьшайте так. То есть здесь вот просто, когда user multiply коэффициент, ставьте здесь 0.5. И все. Это означает, что ваши ставки будут все умножены на 0.5. Ну, то есть, грубо говоря, ставки будут поделены на 2, и, соответственно, у вас, если у вас там бит был дневной доллар, то ночью он станет 50 центов. Честно говоря, мы особой статистики не проводили, насколько это прям круто понижает ваш бюджет, но мысль довольно хорошая, каждый может на себе попробовать. Не работает у него это, значит, ну, я имею в виду, что не сильно экономятся деньги. Ну, значит, нет смысла. Если какая-то хорошая экономия у вас при этом происходит, значит, замечательная идея, значит, надо ей пользоваться. Теперь что еще рассказать? Ну, в принципе, основное, что я рассказал, мы уже все на прошлых семинарах рассказывали, чтобы я сейчас рассказал в основном только про новинки, которые у нас есть. Еще раз быстренько, что вам нужно проверять. А, ну, про вытаски, наверное, на следующем семинаре, наверное, про остальные вещи расскажем, которые были, в частности, по экспеншену, ну, то есть по собиранию ключевиков, скажем так. То есть сейчас я просто рассказал работать с текущими ключевиками, да, то есть если, предположим, вы их уже собрали, вы уже там особо двигаете. А, ну еще самая важная вещь, которую я не сказал, у вас же каждый, если у вас есть автокомпания, да, ну и даже если у вас есть не автокомпания, какие-то бродовые компании, там, я не знаю, которые там, или фрейс, который вам приносит какие-то постоянные новости стерс, есть у нас одна замечательная кнопка не стерс, но она, скорее всего, сейчас не сработает, потому что у нас абракадабра, хотя, может быть, сейчас попробуем. Да, не сработало. На абрикадабре она не работает. Вот эта замечательная новая кнопка New Search Terms позволяет вам показывать только те ключевики, которых у вас еще нигде нет. То есть это вот у вас работает автокомпании, у вас работают какие-то бродовые компании, фрейс-компании, у вас какой-то постоянно генерится новый поток Search Terms, вы еще не все успели окучить. Ну, самые жирные вы уже окучили, естественно, но вероятно, у вас появляются какие-то вдруг среднечастотники, а вы не знаете, что у вас появился, потому что у вас его еще нет.
в ключевиках. Поэтому вы нажимаете кнопку New Search Terms, у вас показывают только те Search Terms, которых у вас еще в компаниях нет, как ключевиков. Довольно полезная штука, вы просто их потом все копируете и создаете там либо новую компанию, либо добавляете какие-то там текущие компании. Вот у нас, кстати, сейчас это работает, вы можете прямо отсюда там, ну, по-моему, отсюда, сейчас старт автопилот, сейчас посмотрю. Да, это трекинг. Нет, отсюда у нас еще не работает, то есть это вот как раз у нас апдейт сейчас будет, когда можно прямо отсюда добавлять эти будут Search Terms в компании. Кстати, новые компании уже вполне можно создавать, то есть вам совершенно не обязательно идти. А, кстати, вот еще обновление новое. У нас теперь прямо отсюда можно включать компании, и прямо отсюда можно устанавливать daily бюджет, не надо ходить на Seller Central. Но, опять же, можно здесь создавать новые компании, все точно так же, как у Seller Central, то есть не надо заходить, прямо отсюда все можно делать. Тоже автоматически, мануально все прямо отсюда происходит. Ну, наверное, все. То есть про все новинки я рассказал. То есть давайте сейчас, пока у нас время есть, если вдруг какие-то вопросы, или кто нашим софтом пользуется, я с радостью там расскажу, как, что там, как. И вообще просто не обязательно про наш софт, может быть, какие-то слова просто, какие-то вопросы будут подписаны. Денис? Ну, сейчас ждем вопросы, потом я добавлю свое. Давай. Привет, ребят. Привет. Ну, наверное, для тех, кто парится в этой каше, все понятно, все это. Вопрос такой, какой минимальный ОКОС должен быть? Значит, минимальный или максимальный? Минимальный ОКОС, на котором есть смысл держать ключевик. Слушайте, значит, я понял вопрос, ну, на самом деле, чем меньше ОКОС, тем лучше. То есть, если у вас, я видел людей, у которых ОКОС там по 1-2%, ну, есть такие люди, да, и причем на таких жирных ключевиках у них, вот, но на самом деле хорошему предела нет. То есть, если у вас ОКОС 1%, это надо просто, ну, про это праздник. Обычно в другую сторону считают, чем вы, какой там ОКОС самый большой, какой считается там ОКОС запредельным, да, там, или еще что-то. А какой ОКОС маленький, ну, это все равно, что вопрос, если мне дадут там 1 миллион долларов, там, стоит ли просить 2? Вот, ну, то есть маленький ОКОС всегда хорошо, чем меньше, тем лучше. Короче, все правильно, да, я перепутал, получается, да, максимально. А, максимально. Максимально, да. Значит, да. Смотрите, здесь, опять же, каждый у нас в программе есть такая штука, когда вы заводите товар, ну, когда вы заходите в систему, у вас он спрашивает марджины все ваши. Ну, то есть это, условно говоря, косты, которые у вас есть при, ну, при продаже товара. Это FBA fees, это стоимость, там, соответственно, товара, когда вы купили в Китае, стоимость транспортировки. Соответственно, вот это вы все будете, у вас получается... ну, грязная прибыль, да, то есть если, условно говоря, вы товар там за 20 долларов продаете, у вас там на круг, ну, там, купили там за 5 долларов в Китае, там 10 долларов содрался еще Amazon, у вас получилось там, ну, вряд ли там, ну, получается обычно там где-то там из 20 долларов, где-то 12 долларов сжирается там на расходы, да, там и Amazon, там, доставка морем там из Китая до США и так далее. То есть, условно говоря, у вас получается, что у вас 40% прибыли остается. Ну, из 100 у вас остается 40% чистой прибыли. А вот из этих 40% у вас еще будет отжирать реклама. То есть вот из этих оставшихся 40% вы еще сколько-то отдадите Амазону за рекламу. Да? Ну, в принципе, у всех-то вряд ли 40, там, обычно у всех 50 остается. Ну, то есть, грубо говоря, ОКОС 30 означает то, что у вас прибыли останется всего 20%. То есть вот 30% из этих ваших сотни отожрет еще Амазон. Поэтому вы должны прикидывать, сколько вам, то есть если у вас бывают товары, там, что у них там прибыль не, ну, то есть с учетом амазоновских фи там, и так далее, что там не 50, там, не 40%, а все 60 там, или 70. Бывают такие товары, там, я, правда, не видел таких, я только слышал. Вот. Но 60%, кстати, видел. Вот. Но то есть в таких случаях вы можете там ОКОС позволить себе там, до 40% и так далее. Но опять же, здесь надо различать ОКОСы по экзактам и ОКОСы там по бродам и фрейзам. По бродам и фрейзам, в принципе, не может быть высокого ОКОСа, потому что это ковровое моментание, и там, если у вас будет высокий ОКОС, то это точно вам ни к чему, и это ни к чему хорошему не приводит. Ну, то есть это просто пожиратель ваших денег.
То есть на бродах всегда надо стараться держать АКОС там в разумных пределах, там до 30% точно. Вот. Ну, опять же, если у вас там 50% прибыли. Если у вас там всего 30% прибыли, у вас будет 30% АКОС, он сожрет всю вашу прибыль. Ваш смысл тогда не будет. Тогда вам надо стараться там 20%, 10% АКОС. Но это практически нереально. Вот. Поэтому на экзактах можно держать высокий АКОС. По одной простой причине, что если вы... ну, Денис, я не могу сказать, но на трекинге здесь нет ничего пока. Но если у вас... вы видите хорошую взаимосвязь между тем, что органика вам притаскивает по экзактам и, соответственно, и высоким расходом на АКОС, то почему нет? Можете держать на экзакт там и 60, и 80 АКОС. Все зависит от того, сколько у вас тащит органики. Вот. Но вообще, я не знаю, наверное, я ответил на ваш вопрос. Спасибо, спасибо, спасибо. На мой взгляд, все совсем по-другому, потому что все зависит от цели и задач ваших. Потому что если по-простому, вот чисто брать математику, наценка такая-то, АКОС такой-то, это одно. Надо не забывать, что есть много всяких моментов. Если мы рассчитываем на PPC зарабатывать, ну это, так скажем, для меня лично утопия. Потому что могу точно сказать, конверсия будет падать со временем, и, как правило, реклама начинает все больше и больше жрать. Да. Ну, что... тут я с вами не соглашусь, но потом расскажу другую. Хорошо, ну я и говорю, то есть, я не знаю, у кого положительные отзывы и рейтинг растет, я таких людей не знаю. Если у вас... Я как раз. Красавец, вот из-за этого у тебя реклама там и растет. А вот у основной массы нормальных людей негатив растет. Вот, просто знаешь, что у тебя там так... Такая ниша. Знаешь, просто у меня хороший товар, наверное, просто поэтому. Нет. То есть у меня за всю историю было 8 негативных отзывов всего. Вообще не имеет значения. Тебе придет дядя Вася или какой-нибудь... Нет, то, что он придет, я не спорю. Сунь-хунь в чай, вот, и он потом это самое... и потом просто закончится это все тем, что он тебе будет каждый день вливать негатив. Ну, пока мне Бог не умеет, да. Просто всех людей, кого я знаю, все жалуются. Ну, я просто, вот ты первый, честно могу сказать, я очень искренне рад. Но за это. Ты знаешь, я тебе скажу, я обсуждал эту тему с человеком, у которого было порядка 6 тысяч отзывов на товаре. И, ну, где-то в тех краях. Угу. Вот. И я ему говорю, слушай, а вот у тебя, а у него там негативы какие-то, шастали постоянно, еще что-то. Вот. Я говорю, слушай, а тебе, вот ты видишь, у тебя негатив? Я говорю, я бы давно повесился. Вот у тебя тут негатив, ну вот я вижу, там за последнюю неделю там 3 штуки пришло, а ты как-то вообще не паришь на эту тему. Он говорит, слушай, у меня 6 тысяч отзывов, у меня на главной странице там висят все, какие только можно, хорошие. Мне, говорит, ну, абсолютно по барабану. Даже мне придется 3 негатива, у меня все равно там общий рейтинг будет 4-8. То есть они мне общую картину по больнице. Разговор, как он их набил, вот что вопрос. Понимаешь, если 3 года назад на Амазоне все было нормально, и отзывы клепали все, кому не лень, и как угодно, то сейчас иди попробуй, поклепай. Вот, и то, что даже бусты за год поменялась сила верифая значительно. Я еще летом раздал там 15 штук, и у меня практически любой ключ в топах. А сейчас раздаешь 50, бах, а он на месте стоит. Я все, конечно, понимаю. Но там, я знаю, точно нет таких продаж на первой странице. Так что, значит, просто или какие-то галочки на этих ревьюерах, и, значит, не считается как органика, да и все. Ну, много таких моментов. Еще раз говорю, я не об этом. То, что 6 тысяч. Я тебе могу сказать, у меня сейчас 2 товара, оба 3 звезды, один бестселлер, один топ-1, топ-2, топ-3. Я также продаю по 100, по 200 штук. Но дело даже не в этом еще. Я уже тоже забыл про то, что там отзывы, рейтинги уже просто, ну, там нереально. То есть я бы сколько выкупов не делал. Во-первых, у меня там, я сотнями выкупы делаю, у меня приходит, дай бог, процентов 50 этих выкупов, ну, то есть отзывов, дай бог. Потом там одна волна срезает, другая волна срезает. В конечном итоге там не пойми, что остается, один негатив. Ну, негатив — это супер честные люди только пишут, я, конечно, понимаю. Я понимаю там, ну, что негативы, только это сам. Ну, дело опять же не в этом. Я к чему клоню? Потому что, как правило, количество негатива, и у твоего друга то же самое. Он просто набрал вот этот балласт, который его держит. Вот, у меня тоже в нише есть там по 7 тысяч. Я тоже думаю, ё-моё, ну как же человек набрал-то этих отзывов? 7 тысяч штук-то, ё-моё. Верифаев там еще в придачу. Вот.
Думаю, ну, наверное, товар замечательный. Захожу, и у него то же самое, как у меня. Вся правая сторона только в единичках. Один, два, три. Бывает, четверку поставит, конечно. Кто-то пишет, я не спорю. Но основная масса, из-за чего я до сих пор не нанял никого, не супер загоняюсь с этими программами, потому что у меня на разных аккаунтах есть автореспондеры, нет автореспондеров. Сейчас вот опять хочу поковыряться автореспондерами. Просто, ну, просто коллапс. Слушай, ну, я тебе могу просто про свой случай рассказать, да. На самом деле, у меня немножко по-другому был. Я, по-моему, за всю историю, у меня только два или три я покупал отзывы, я не помню, там с фотографиями. То есть не таких просто отзывов, а именно с фотографиями и так далее. У меня, правда, на одном товаре там немного отзывов, там порядка 80 отзывов, что ли, что-то такое. Вот. Но смысл в том, что я просто... Ну, во-первых, там я долбил автореспондером всех. Вот. А во-вторых, как-то, ну, я не знаю, там, не знаю почему, но в основном всем мой товар нравится. То есть, вот негативный отзыв, там, либо совсем какие-то дебилы пишут, то есть, реально товар хороший, до него докопаться невозможно. Я тебе сейчас говорю, а я и не верю, что, например, у меня товар слишком плохой. Это просто люди, ну, у меня люди пишут одну звезду за то, что ему размер не подошел. Ну, у меня, видимо, такой товар универсальный. Какая связь? Человек написал, поставил мне одну звезду и написал, мне не подошел размер. Что за бред? Ну вот смотри, вот органические отзывы, да, которые у меня с автореспондера приходят, у меня там, грубо говоря, там из на 30 хороших отзывов только один плохой. Ну то есть у меня в основном пятерки отзывов. Это понятно, что приходит, а у людей открывание там минимальное, и отзывы не пишешь. Но у тебя, видишь, автореспондер работает. У меня автореспондер, да. Вот. Тогда без автореспондера вообще ни отзывов еще нет. Только автореспондер приносит. Вот, у меня автореспондер сейчас вот на таких, на основных аккаунтах не работает. Ну, если у тебя такая одна-две звезды, то, мне кажется, нет смысла автореспондера ставить. То есть будут еще с космической скоростью. Я говорю, у тебя какое-то понимание вообще, ты Амазон, я так понимаю, к честно относишься, да? А я считаю, что у меня 90% это просто чуваки сидят и пишут у меня одна звезда. Я тебе еще раз говорю, у тебя просто представление об Амазоне неправильно. Ты один-два товара тащишь, три, я не знаю. Ну да, да. Десятки сотен, ну не сотен, но пускай много десятков. Я не знаю просто ни одного человека, вот ты первый вообще реально уникальный какой-то случай, когда, слава богу, твою нишу еще не зацепили. Я еще раз говорю, я не знаю, сколько у людей энергии на то, чтобы вот эту вот гадость, желчь, то есть это же какими-то погаными людьми-то надо быть. Что же у них за родители такие поганые, вот, которые только сидят и вот пишут, то есть вот они прям реально сидят вот и долбят эти верифаи. У меня в день, 200, 300, бывает 400 продаж и 10-15 возвратов. То есть я это самое, и вот эти негативные. То есть из этого количества возвратов я представляю просто, какое количество выкупает и делает мне отзывы просто Verify. То есть вот это же просто пипец, там целая фабрика работает этих, я не знаю, как этих людей назвать, просто это не люди какие-то, черти поганые мои. Вот они вот этим вот сидят, вот там прям компания целая, то есть вот они. Ты, наверное, тоже не бестселлер, наверное. То есть, я не бестселлер. Да, там можно зайти посмотреть, как у них там. Ну, опять же, еще раз говорю. Знаешь, у нас у бестселлеров тоже все. У нас такая ниша просто. Да, ну классно, просто. Я говорю, я даже, это, ниша, даже, да. не буду туда вдаваться. Смысл не в этом. Я к тому, что одна из серьезных причин, то, что отзывы, рейтинги падают, конверсия на PPC падает. У огромного количества людей по PPC постепенно АКОС поднимается постепенно. Вот. Из-за этого я говорю, что у меня вот такая ситуация. Когда у тебя, конечно, ты работаешь с отзывами, они приходят, у тебя товар качественный, там ничего такого нет, и, соответственно, у тебя количество отзывов было 8, стало 800, естественно, конверсия будет расти при условии, там, у тебя 4-8 звезды, а то и 4-9. Вот, ну, тут естественно. Соответственно, у нас PPC из-за этого я не рассматриваю на перспективу, что он мне будет все лучше и лучше. Я вот его настрою сейчас, я вот сейчас автомат запущу, вот сейчас я мануал запущу, у меня все будет отлажено, я все тут налажу, перестрою. Да ничего подобного вообще. Все постоянно меняется. Эти ключи, которые давали АКОС, там 15% через 3 месяца могут спокойно 45% начинать давать. Почему? Да потому что просто пришли конкуренты. У них более дешевые цены. Они там зафигачили сразу. У меня вот, я в нише смотрю, человек, один день 90 отзывов. Просто один день. Мне вот впадло написать на Amazon, например, жалобу. Я знаю, куда и как. Мне впадло написать. Вот. Причем я этого знаю чувака, он на моем же заводе тарится. Вот. Ну, там, это его дело как бы.
Я такую историю сделал на другом аккаунте, меня пожаловались на пятый день, я потом суспенд это 3 дня решал. Вот, то есть явно-явно кто-то пожаловался. Вот у меня, например, там вот такая ситуация. Ну, еще раз говорю, получается, если мы рассматриваем PPC не на перспективу зарабатывания денег, ну, это для основной массы это так, имейте в виду, то, соответственно, смотреть на одну PPC, я смотрю по другим углом. У меня PPC это что? На старте широким диапазоном большой буст, потому что правильно, если окос меньше 100%, значит, моя раздача прошла, считай, как по купонам. Вот, плюс я купоны купонами, но я понимаю, PPC мне еще дает даже при 100% раскладе, PPC мне дает информацию, откуда у меня продажи идут, особенно важно систематические продажи, то есть куда мне трафик заливать свой на будущее. Второй момент, я эти же ключи могу через тот же там экзакт прогонять и поднимать их. Это уже вторая задача, то есть это подъем. Опять же, если по экзакту кос меньше 100%, соответственно, мы делаем раздачу выгоднее, потому что не надо забывать, мы делаем раздачу, это отдаем товар, мы отдаем товар, и плюс еще 5-6 долларов. И плюс еще это, вот как я уже сказал, люди так себе к этому, то есть непонятно. Сейчас за манипуляцию периодически все равно письма приходят, и со временем, то, что мы месяц назад два, например, делали разбаны, за сутки, за двое, у меня знакомому за 6 часов делали, вот, то сейчас вот люди там неделями ждут, а торопить нельзя, соответственно, всякие эти моменты. Вот и все. То есть вот если в этом отношении по PPC, я вижу это таким образом. Из-за этого я ломанулся в PPC для буста, для статистики и для того, чтобы также манипулировать своими ключами, которые мне надо вытягивать. По этой работе, вот по программе, могу сказать свое умозаключение. Занимаюсь я ей примерно 2 недели. До этого я, значит, делал Excel-таблицы, вот, собирал статистику. Конечно, я там не мега спец, не занимаюсь этим 10 лет, не обучил там 100 человек или 1000, не знаю, там, не вел там 1 миллион аккаунтов. Но с, наверное, конца ноября по вот сейчас середина февраля я потратил на PPC несколько десятков тысяч долларов. Где-то так, 30-40 тысяч долларов у меня ушло на это PPC, на все мои аккаунты, плюс несколько аккаунтов учеников. То есть, в принципе, прогнал я достаточно большой объем информации, плюс есть склонность к статистике, сбору информации, всему остальному. То есть, какое-то представление было, у меня оно было представление достаточно простое, набрал по статистике, запустил, соответственно, этот автомат, с автомата выдернул ключи, начинаешь их обрабатывать. Постепенно, со временем, начинаешь, когда вникает, вылазит много всяких моментов. Это стратегии, это различные вещи, связанные с негативом, вот это понимание брода экзакта, когда ты в экзакте делаешь там в негатив ставишь, что у тебя вся эта фраза ушла. Если в броде в негатив ставишь, то, соответственно, у тебя там куча хвостов еще ставит. Вот с этим, конечно, мы там прорабатываем. Эта программа, 2 недели я на ней сижу, 2 недели мы реально огромное количество сделали изменений, потому что для меня очень важно, программа работает просто. То есть я многими программами пользуюсь, в том числе Амзеваном, в том числе там Мерчинвордом, там, в том числе там Амзескопами и так далее. Многие программы я пользуюсь. Для меня самое важное — это простота. Кому-то дизайн этой программы не нравится, кому-то нравится, я не знаю. Мне не хочется в 10 программах одновременно разбираться и проверять, какая из них лучше работает. Я поставил ставку на эту программу, потому что у меня прямой доступ к разработчикам, которые достаточно быстро меняют. Единственное одно пожелание на будущее не угождать всем клиентам. То есть надо очень такой жесткий фильтр ставить, потому что есть люди, которые уподобляются вот этому постоянному угождению клиентов, и одни страдают от других. У одного оборот 100 тысяч долларов в месяц, у одни задачи, у другого 1000 долларов, у других задач, у третьего 1 миллион, у четвертой задач. Самое главное вот в этих программах – это стабильность работы, это удобство, это простота и надежность. Все. И больше ничего. Вот половина функционала, например, вот функционал, связанный отключать ночью. Ну, это, конечно, круто, я не знаю, там, наверное, кто сидит там с бюджетом в 20 долларов, вот он сидит там, вообще, может быть, 120, я не знаю. Когда у тебя бюджет там несколько тысяч долларов, я уже не успеваю. А у людей, у которых десятки тысяч долларов там бюджета, точно этим не занимаются. Ну вот им это просто вот даром не надо.
время 100 раз дороже. Вот сидеть там какая-то программа. По поводу автопилота. Я на данный момент еще на автопилот, вот лично я не рискну, потому что у меня есть, конечно, по статистике те ключи, которые дает продажа, которые можно в автопилот воткнуть, но я пока на данный момент все-таки в ручном режиме смотрю, чтобы вот вникнуть больше, то есть вот понять закономерности, потому что по Excel-таблицам уже все было понятно, то есть куда, что там вставляешь. Здесь вот я смотрю закономерности и проверяю вот эту стабильность работы программы, то есть мне очень нравится, практически все пожелания исправлены. Программа перестала зависать, просто вот зависала, сделали, перестала зависать. Мы в онлайне, соответственно, изменяем все там негативы, все там фразы, то есть на данный момент, я не знаю, то есть если мы с двойки поднялись, да, на данный момент на твердую четверку, работать можно, теперь будем улучшать. И вот над чем я сказал, это простота, надежность и там, стабильность работы, чтобы не было никаких вот этих вот моментов. Ну, в принципе, вот так вот. По поводу, что я в этой программе делаю. Для меня вот каждый раз заход в SearchTerm, то есть я не смотрю вот эти графики, я до сих пор, вот, честно могу, не понял, доход там, не доход, как это внести. То есть я этим вообще не пользуюсь. На самом деле, вот ты говоришь, извини, перебил, ты говоришь, что ничего, ты 3872 доллара заработал чисто на PPC. Я тебе еще раз говорю, Нет, ну это хороший аккаунт, у меня есть плохие аккаунты. Вот по опыту моего у меня есть... Ты говоришь, ты не зарабатываешь. Вот смотри, 3872 ты заработал. Ну, блин, за последний месяц. Ну, круто тогда, Вима, что я могу сказать. Но в любом случае, у меня кос, если я начинал с 10%, он у меня уже вот в районе 40% был. Просто за счет маржи все-таки я еще держусь, но у меня там, я тебе говорю, 3 звезды на товарах — это просто капец, Вима, то есть просто капец. Вот, то есть просто льют, вот просто, я не знаю, ушак, я уже устал, я раньше пережил. Я за последние 2 месяца, но если учесть, что у меня до 3 дропшиперов сидело, 3 дропшипера, эти гады, они привезли мой товар, его еще и произвели, и они на прайме сидят. То есть у меня торговая марка еще не дозарегистрирована, она на последней стадии находится, но в любом случае это просто капец, я думаю. То есть они у меня отжирали прибыли, то есть у меня байбокс падал до 50%. Даже меньше, по-моему, даже 50, по-моему, пробило. Какой-то прекрасный день. Но потом они свой товар притащили. У них просто кончилось. Нет, они привозили на мой товар, типа мой товар привозили. Мы у них выкупали, проверяли, чуть-чуть полиграфии. Ну, то есть, тупая подделка и все. Ему. То есть, я понимаю, что у меня товар ничего особенного такого. Ну, то есть, ну... Они просто секут продажи и... Да, они просто зашли в бестселлеры. Вот эти говношиперы, ему, то есть, весь бизнес. Ему. Зашли в бестселлеры. Посмотрели, кому можно прикрепиться, закупили, как мне вот нормальный дропшиппер объясняет. Он посмотрел, офигенная маржа у тебя. Ну, говорю, ну, блин, тут нифига себе, говорит ему. Я 300 штук закупил, привез, бросил. То есть им письма пиши там, я не знаю, что там. Мне там один чувак писал вообще, ему, мы ему пишем, он там, типа, подними цену, давай байбокс разделим. Я говорю, нет, братан, будешь там зарабатывать в 5 раз меньше, чем... Вот, чтобы желания не было закупаться, ему. Ну, а что делать? Вот, чтобы жизнь медом не казалась. Ну, неважно, вот. Я, соответственно, заходя в эту программу, что делаю? Захожу в SearchTerm, выстраиваю все сначала по спенду, как у нас сейчас в базе это стоит. По спенду я проверяю все, что мне не устраивает, корректировки делаю. Делаю это я раз в неделю. Потом я все выстраиваю по косу, то же самое, перепроверяю негатив. Соответственно, захожу вот в эти вот больше 50%, которые у меня с нулевыми продажами, то же самое отсекаю. Отсекаю я в основном это как минимум от 4 кликов и от 1000 импрессион. То есть или 1000 импрессион. То есть это все ты делаешь в фильтрах, то есть вот здесь ставишь количество кликов 4. Да, все правильно. То есть вот у меня 4 показателя. Импрессионы 1000. 999. И ACoS 0.01 мы ставим. Нет, нет, нет. 999 – это минимум. Поставил. И ACoS 001 минимум. ACoS 001, потому что 0 не работает. По-моему, не здесь, а, по-моему, максимум стали 001. Ну, да, максимум. То есть ты сейчас берешь те, которые у тебя эти самые, беспродажные. Да, делаю, да. Потому что мне твой подход, именно когда zero sell, мне он в этом отношении... Я понял. Да. То есть я им пользуюсь и вот так пользуюсь. То есть я, соответственно... Да, вот у тебя все здесь в негативах. Я вижу. Да, я все это вырезаю. То есть вот 4 форматами. У меня на данный момент единственный взрыв мозга происходит, связанный с вот этими
это в негативе или на паузе. То есть, и вот я на данный момент, я убрал все полностью, то есть у меня сейчас все только в этой группе, вот там я вижу у меня сейчас компания Phrase, то есть где-то там я ошибся, когда начинал там, вот, и сейчас я все это исправлю. То есть у меня все идет в этой группе, я негатив в эту группу ставлю, исключительно в экзакте ставлю. Сейчас на данный момент я вообще убрал везде у себя паузы, убрал паузы, раньше я еще архив убирал, то есть постепенно стратегию меняю, выстраиваю, потому что реально недопонимал, то есть глубину недопонимал. То есть что на что влияет, все-таки делал вот эти вот детские ошибки. И сейчас продолжаю, естественно, делать, то есть постепенно просто руку набиваю. Вот, и получается, я сейчас на данный момент выстроил стратегию достаточно простую. То есть ключ, который мне приносит убытки, я его ставлю в негатив в этой группе. Если это экзакт, единственное исключение, в экзакте, естественно, я делаю просто, проверяю, нужен ли мне этот ключ, тащить его вверх в продаже, надо ли мне его тащить вверх, нужны ли мне эти раздачи. Чаще всего нет. То есть я уже потратил вот эти десятки тысяч долларов для того, чтобы отсеять эти ключи и оставить где-то вот в районе 50 меня устраивает, потому что наценка даже при нынешнем раскладе у меня серьезная. Вот, то есть это примерно средний у меня $2 с доставкой, средней продажи где-то, наверное, долларов 12 у меня у товара. То есть фи, соответственно, там, ну, пускай 5. 5-7 минус 2, $5, 250% я зарабатываю. Это вот мой минимум на данный момент. Вот, и я, соответственно, могу здесь все-таки как-то двигаться. Единственное, вот у меня, говорю, момент остался, это вот в этой группе, если в экзакте я ставлю, соответственно, понимаю, что полностью ключ забил, на 50% примерно я поставлю. Если мы берем Broad, Phrase и все остальное, Phrase я убрал полностью тоже, у меня что-то как-то не срослось с ним, очень много денег у меня жрал, пока этих программ не было, мне было сложно контролировать, я в конечном итоге в очередном нервном порыве удалил из всех своих аккаунтов Phrase. Вот. Может быть, когда-нибудь к нему вернусь, но пока нет никакой особой необходимости. Вот, в Броде и в автомате, автомат я регулирую, соответственно, это общим бидом и негативами ключи. То есть ключ, если мне приносит убыток, я его не трогаю, я его на первой стадии сначала удаляю в негатив. Если я вижу, продолжаются убытки, то есть на протяжении нескольких недель, вот, то что я же не могу каждый ключ менять бит, я его ставлю тогда уже на паузу весь ключ. То есть сначала негатив, потом пауза. Все, вот моя на данный момент стратегия, который, в принципе, работает. Вот я даже прибыль какую-то там зарабатываю. Вот. Так что все неплохо. Осталось с программой просто какие-то моменты уже такие вот шероховатость убрать. И, в принципе, отлично, нормальный инструмент. Который еще недавно, в принципе, у меня вот были реальные проблемы. Но сейчас вот мне очень все нравится. Денис, да, спасибо за хороший отзыв. Давай быстренько на вопрос тогда, наверное, ответим. Там два вопроса у нас есть. Значит, первый по поводу, совсем не в тему, по поводу респондера. Всем известный аккаунт на Fiverr, как его звать, SPX, как это начинается, пишет шикарные тексты на автореспондер. Я, собственно, у него заказывал, у меня довольно хорошо они работали. Даете ему товар просто, клик на этот линк на ваш товар. Пожалуйста, скинь. Да, и он напишет вам такой автореспондер, что просто там дети будут плакать и писать вам пятизвездочные отзывы. Вот. А по поводу второго вопроса, при SPX Mac, по-моему, его. Но он там на первом месте везде на Fiverr. Вот, найти его несложно. SPX Max, по-моему, зовут. Вот. А второй вопрос, при использовании только PPC можно ключ с ЧВЧ. Да, почему нет? Опять же, все зависит от того, насколько у вас хороший товар. То есть, если у вас хороший товар, у вас большие инвентари, влупайте бит плюс, берите АМС, верхний блок. В моей нише были такие примеры, которые люди вообще, то есть там у нас были герои труда, которые там 6-7 тысяч отзывов заняли там всю нишу, первые там 3-5-10 мест. Вот. И мы видели юных пионеров, когда уже вся Индия не работала, там, когда уже нельзя было так и накрученными методами, там, и раздача вот сейчас тоже особо там странно работает. Вот. И мы видели людей, которые просто тупо заезжали на PPC там, за то, что они сидели всегда на первом месте в BitPlus'е и так далее, они заезжали там на первое место. Ну, ты прям по этому ключу видел их, а они стояли прям номер один. Да, да. Вот да. У меня есть такой тип, могу показать. Понятно. Всегда. Но, я тебе просто к тому, что никогда не отрицай в плане того, что там индус работает, всегда работают.
всегда работали, просто в основном мейнстрим, это вот там 90-99%, 95%, могут, не могут. Но всегда есть люди, которые все могут, всегда. Они этим пользуются и зарабатывают там бешеные бабки. Вот, так что... Ну, есть, не знаю. Я тебе честно говорю, я в домовых людей не верю, но возможно... Не, ну, у меня самого, вот когда никто не выводил, у меня в августе ребята выводили ключи много. Но там, например... Август когда был? Ну, когда вот у нас закончилась вся халява с индусом, 20 апреля примерно. Вот, то есть то работает, то не работает. Вот у этих конкретно, с кем я работал, то работало, то не работало. Но все равно Amazon все эти дыры прикрывает со временем. То есть они Не, я к тому, что по-любому нельзя отрицать то, что принц, например, абсолютно. По-любому что-то там есть, мы там есть умельцы, просто это не в таком массовом порядке. Вот, если PPC, как ты говоришь правильно, там висит на первой странице, то да, с высокой вероятностью через PPC. Раздачи, PPC, экзакт, те же самые раздачи. Verify то же самое. Что, чем Verify нам было всегда выгодно? Тем, что нам писали отзывы. Ну вот я на днях с человеком разговаривал, он не понимал, что нельзя сейчас получить 100% с раздач отзывов. Есть, наверное, люди, которые очень... Ну, то есть, аксиома понятно. Люди, которые редко пишут отзывы, у них практически все отзывы проходят. То есть, если у вас есть люди, которые покупают на Амазоне редко или вообще не покупают, не дают... Да, короче, самый лучший вариант, да, извините, перебью, это всех родственников, знакомых, которые живут в США, а также их друзей там, и так далее, вот с ними работать. Потому что они еще не засветились, как... Но есть момент, если они там на Wi-Fi объединялись там или еще... Одного американца, он не успел раздать 40 штук, ему сразу пришло письмо. Ну, вот да. И все. То есть он только раздавал через друзей. Так что, короче, Amazon борется, надо понимать... Вот я про что и хотел сказать. Мы правила нарушаем. Давайте постепенно переходить именно к белым способам, максимально цивилизованным. Уровень наш растет. Вот я вчера только разговаривал с американской компанией, которая занимается внешним трафиком. У них есть ютуберы, у них есть внешний трафик, они специализируются на этом. То есть вот скоро будет, наверное, может быть, раз в неделю, раз в две недели, вот они будут рассказывать о том, что они могут предложить. То есть, ну просто, вот вчера мы послушали, они там типа, можем все, ну посмотрим, сколько это будет денег стоить, на что они упор делают. То есть это более правильно. И вот, наверное, 7 тысяч отзывов, наверное, там 15 тысяч какой-нибудь гидрофлаг, наверное, они там и набирают на своих сайтах. То есть когда у тебя есть сайт, есть горячая аудитория, есть рассылка, все твое. Ты выводишь какой-то новый продукт, просто своим там покупателям все это раскидываешь, раздаешь блогерам, которые любят твою продукцию, любят они рассказывать. У блогера, в свою очередь, есть своя аудитория. Все, вот и вся работа. Вся работа, вот она где находится, а не чем мы занимаемся. Мы занимаемся это на начальной стадии, но мы понимаем, куда идти надо. Вот мы ты туда знаешь, нифига. Вот я с тобой готов на эту тему поспорить. Ага. Ну, опять же, ты же знаешь того же Сергея, да, многие его знают, Федоренко. Ну, да, ну вот он довольно успешен, то есть он вот один из монстров, которого я знаю, который занимается там PPC, то есть, ну, вот он просто реальный гуру по PPC, потому что у него там какое-то невероятное количество компаний, невероятное количество товаров там, да, то есть я видел его компанию, у него огромный объем продаж, вот, и в принципе он шикарно живет на PPC, он просто, он счастлив, вот я знаю еще одного человека, который, ну, там из Нью-Йорка, там, американец, я там как бы с ним знаком, вот, который точно так же, он на PPC замечательно живет, и просто то, что он продает PPC, у него приходит в прибыль. То есть просто ты немножко гребешь всех под одну гребенку, а всегда разные случаи есть. У меня есть аккаунт, но я же... Вопрос там... статистики, исключение из правил. Ну, не знаю. Ты знаешь, я не готов сказать, что прямо у всех так плохо с PPC, надо куда-то бежать. Есть многие, у которых в каких-то нишах работа прекрасна. Есть там... Это все от ниши зависит, понимаешь, насколько она засрана. То есть совершенно понятно, что в нише там с каким-то чехлом для айфонов там будет все засрано. И PPC там не будет работать, потому что там миллиард человек дают эти PPC, там безумные будут эти. Не знаю, я аккаунта у Серого не видел, знаю, чем он торгует, как он торгует, его цифры. Ну, я не знаю. У него с PPC все хорошо, я тебе могу. Вот, у меня там много вопросов, если честно, о конечном результате. Вот, я к PPC просто отношусь, я не контролирую PPC. Ну, завтра придет дяденька, который умеет скликивать, и все у него скликает, и все.
и не будет PPC. По поводу скрытывания, к сожалению, уязвимость меня PPC убивает, если честно. А затраты, у тебя были варианты со спикером? Сколько он там на них силы и времени потратил, денег, я понятия не имею. Насколько у него эффективно, ну, наверное, круто ему, я не знаю. Вот, я понимаю, как PPC настроить. Ну, тут куча народу приходит с $1000 бюджетом. Они не понимают, что можно $1000 за 2 дня слить просто на один товар. На каждый товар. А то и в день можно 1000. У меня окосы были на неудачных товарах и 1000% в день. 1000, ё-моё, вообще офигеть. При бюджете в 100, там, $200. Ну, вот так, что, выстроили, да, все правильно, там, автоматы, пулеметы, на мануале, там, все выдернули, задвинули им, и все. И профессионалы делали, и непрофессионалы делали, и у всех там 100, 200, 300%. Слушай, ну, ты знаешь, я думаю, что вот если... Ну, опять же, у тебя, на мой взгляд, несколько такой подход со стороны... Ну, каждый со своей стороны смотрит. У тебя просто такой товар, да, что мы с тобой уже... Я про все товары. Вот только что сейчас с человеком консультируем, и по PPC ему настраивали, у него борода, ё-моё. Вот, просто, ну... Товары абсолютно разные, ниши разные, конкуренты разные, честные, нечестные, все по-разному. Я абсолютно согласен. Я говорю, вот тот опыт, который у меня есть, с кем я общаюсь, кого я вижу, и общаюсь с теми людьми, которые проходили курсы, которых там супер наши самые там крутые запускали, они мне приходят и говорят, не смогли. Ребята крутые, ребята все знают, не смогли. PPC не все решает. Можно технически все настроить, все зависит от... Нет, конечно, не все решает. Да, все зависит от конкурента. Естественно, с PPC. То есть, в PPC это надо заниматься, это когда у тебя хороший товар, когда у тебя там листинг шикарный, когда у тебя все... Хороший товар, да, тут вот сейчас все, кто слушает, у них все считают, что хороший товар. Из них, наверное, там 50%, 30% реально с хорошим товаром. Что такое хороший товар? Ну, блин, возьмешь шеф-кнайп. Он классный, он там... Не, хороший товар, это когда у тебя органика отзывов. Ну, я понял, да. Из японской стали, все круто. Ты выставляешь товар, и тебе приходят негативные отзывы. Там какой-нибудь дурак, я взял там кувалду, по нему ударил. Ну, негативный отзыв может быть один, а может быть там 80% плохих или 50%. Нет, ну, понятно, я тебе еще раз говорю, что вот не надо затачиваться, хороший, плохой товар. Все везут, я не знаю, кто везет плохой товар заведомо, кто-то там забыл проверить, кто-то это, конечно. Я говорю, 50% да, действительно. Но вторая половина везут нормальные рабочие товары. Вот у меня в день по 100-200 продаж. По 100-200 продаж. Соответственно, люди покупают 100-200 продаж в день. У меня там метрики хорошие, все хорошо. Нет возвратов такого, понимаешь? То есть, а вот они приходят, один негатив. То есть у меня плохой, да, товар? Ну или у другого там. Ну, по идее... У меня есть другой товар. Там причины всегда есть. Причины. Знаешь, у меня есть похожий товар, как у тебя тоже, на который почему-то... То есть у меня есть два товара, да, вот я в свое время притащил эти долбанные вот эти рулетки, которые там четырехсторонние, ну, такие все их тащили одно время, знаешь, ангелайзеры называются. И вот на этих ангелайзерах я так подозреваю, что они из какого-то пластикового говна слеплены, и они там у всех сыпятся, и вот там у меня одни говнявые отзывы сыпятся. Ну, а вот у меня есть, например, товар другой, да, на который... Они нормальные, металлические? Не, металлические нормальные, но я-то пластиковый притащил. Вот. Они нормальные. И, соответственно, вот пластик у меня вот как у тебя ситуация. То есть у меня люди покупают, но вот это говноотзывы сыпятся. А у меня есть второй товар, который сделан, ну, просто там, ну, просто не до чего докопаться. Там у меня бывают отзывы плохие, там, что к упаковке докапываются. Не к самому товару, а к упаковке докапываются. Тебя вот это самое, тебе говорю, ты прям в каком-то мире живешь. Дело не в этом, забей просто. Классно, что у тебя такие конкуренты, этого я только рад. Абсолютно. Это нормально, ничего, я вообще об этом смысл, об отзывах говорить смысла никакого нет. Хороший товар, просто не надо говорить о том, что хороший или плохой товар. Всегда найдутся люди, которым, я не знаю, вот я телевизор купил, там самая последняя модель, читаешь отзывы, какой-то идиот пишет, что там что-то ему не нравится. Ну, ё-моё, или там автомобиль купил там за 10 миллионов, ему что-то не нравится. Ну, а он, ему не нравится, что нельзя заехать на бордюр там 50-сантиметровый. Понятно, что для каждой необходимости определенные товары, то есть он там, он же не там не дороже. Ладно, да, это я понял, да, просто. Да, и за это мы сейчас не об этом говорим. Говорим о том, что про PPC. Вот. То, да, что согласен. Я могу сказать, что отличный инструмент. Программа для меня лично она делает сокращение моих затрат по времени. Вот, в принципе, двигаемся дальше, посмотрим, какую прибыль там окос. У меня не растет сейчас на данный момент. То есть в любом случае что-то падает.
Но надо понимать, что статистика – вещь обманчивая, во-первых, и, во-вторых, ее надо смотреть на большой перспективе, ну, хотя бы несколько месяцев. То есть вот если со временем на данный момент у меня за счет, ну, то есть неважно даже какие причины, то что январь был ужасный. Я не знаю, как у тебя, но у меня ее реально… Вот, а у меня товара нет, я сижу, 25 число, 20, наверное, по 10, по 20, а кос вышел, вырос, наверное, раза в 2. Ну, то есть у меня было там, например, 20, там 25%, что-то такое, вырос до 50-60% везде. Сейчас я смотрю, у меня 30. То есть, да, практически по всему упал до 30. То есть, на самом деле ты почистил просто. Это да, да, если эта динамика от программы, она мне даст и дальнейшее улучшение. Почистил. Супер, ё-моё, то есть вот и результат, то есть я и говорю за себя. А уж там PPC, там не PPC, проблем у нас огромное количество, мы учимся, работаем. Я вот каждый день учусь. Вот я каждый день меняю цены, я каждый день что-то изменяю. Каждый день наматываю на ус, и когда вот у меня люди спрашивают, а зачем ты там обучаешь, зачем? Да опыт набираю. Просто опыт набираю. Я-то работаю, я не видео продаю. Я не даю, там, я не знаю, записал видосы 3 месяца назад и поехал там, я не знаю, там, по стране собирать. Там, да. На мотоцикле кататься, да, я не знаю, там, на машине там путешествую там по Африке. Я сижу дома и работаю. И мне звонят каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Мы каждый раз решаем проблемы. И вот эти проблемы, вот, Дмитрий, не встречался с такими проблемами? Я вот был в Минске. Прихожу, там целый день интернета, я прихожу домой, смотрю, у меня товар был там 50 отзывов, или там 90, не помню, 4-9 звезды. Я прихожу, у меня 324 отзыва и 2 звезды. Вот, потом на следующий день я прихожу, у меня там, а нет, это я уже назад приехал, ну мне вариации прилепили, все отрицательные, короче, я до 2 звезд упал. Потом приезжаю домой, у меня там, например, Коба Чудеса. Вечером я даже, по-моему, скрин скидывал в эту группу. У меня бабах там этот, продаж там что-то 250 продаж сразу. Ну, то есть там, например, средний продаж там 200, должно быть сейчас 100 продаж. Я смотрю, у меня уже 400 продаж. Еще вечер то. Я думаю, ну, блин, поперло. Потом еще раз так было, еще раз. Потом я начал у людей узнавать, какая ситуация. Это, говорю, делал специально для того, чтобы покупать-выкупать, но так как у тебя такие бешеные продажи, они ничего сделать не могут. То есть они вот этими выкупами метрики портят, они этими выкупами убивают, то есть их блочат, то есть вот эти набираются триггеры, которые вот это все убивают. И от этого можно избавиться по миллион причин, то есть с нами борются постоянно, просто или честно, или нечестно. Я стараюсь бороться честно, мне это нравится, я от этого балдею, ё-моё. То есть это кайф, когда ты получаешь результат от своей проделанной работы, и ты понимаешь, что дальше делать, то есть ты делаешь выводы, изменяешь. Видишь, что ты какую-то сделал стратегическую ошибку, опять переделаешь. Перезапуски. То есть, когда ты это делаешь, у тебя огромный опыт, и он дает результат. То есть, я по факту своими товарами начал торговать с октября месяца. То есть, мы в июне запустили, мы не успеем запустить, у нас out of stock. То есть, мы год целый готовились, по большому счету. То, что у меня был первый товар неудачный, потом мы много товаров чужих запускали. Год готовились, мы запустили свой товар out of stock. Запускаем товар out of stock, запускаешь товар out of stock. То есть и опять месяц ждем. И мы нормально запустили, когда товар придет, только с октября месяца. Некоторые товары у меня есть, провальный аккаунт. Вот, то есть я прям привозил, мне надо было очень много товаров запустить, очень много. То есть там несколько десятков. И некоторые аккаунты хорошо запустились, некоторые великолепно. Один аккаунт у меня вот сейчас до сих пор мертвый, то есть я его перезапускать буду. Вот, просто у меня был период, прям неделя, не успеваю, я его бросаю. То есть мне надо следующий уже запускать. То есть на себя столько взвалил, но зато за этот период времени, вот за эти там 2 месяца, я понял, где са мои эти узкие места. Потому что в бюджете я не ограничен, в этом не ограничивает, а в раздачах ограничен. После этого, что я сделал, я сразу перепрыгнул на PPC. Просто вот целиком и полностью. То есть я закрываю вот эти вопросы. А когда я PPC понял, то есть куда мне его использовать, каким образом, там, для буста, для продвижения каких-то ключей, я сразу ломанулся, рассматривал внешние трафики, различные. Мы с Сашей там рассматривали со всех сторон, там, я знаю, там, если, наверное, месяца два мурыжили, конечно, в итоге перешли на купоны. То есть вот сейчас вот и как раз мы занимаемся этим, разрабатываем купонами, то есть это вот на этот год я планирую не то, что там, Вера Линч, Зон Блаз сделать то же самое, мы делаем кардинально другое вообще. То есть мы совершенно другой продукт делаем. Мы делаем продукт, который делается вручную в основном всеми.
Вот. Именно не автореспондер, просто тупо рассылки делают. Они по тем временам выигрывали базу покупателей, когда там какой-нибудь Zonemaster там, или куча программ, они просто почты дергали с Amazon. Amazon сейчас все это заблочил. Нам, с одной стороны, это очень сложно уже выдернуть, но с другой стороны, мы можем другими инструментами пользоваться, то есть более высокопрофессиональными. Но это хотим вот масштабировать. Ну вот с этим работаем потихонечку. Но это очень длительный процесс. Это когда сделаем, когда получим, результат, будем дальше двигаться. Ну вот, в принципе, и все. Там последний вопрос, единственное, отвечу. Там человек про скликивание показывает. Ну, в принципе, конечно, это может быть и скликивание, да, но вполне вероятно, что просто линк на какой-то ресурс закинули высокотрафиковый. И вполне вероятно, что просто оттуда народ переходил. То есть это не факт, что ты скликивание. А потом скликивание просто тупо один раз не бывает. Если вас начинают скликивать, то процесс такой длительный. То есть это не просто за день вам там что-то нагадили и убежали. То есть, скорее всего, вот это похоже на просто размещение ссылки на ваш товар на каком-то ресурсе высокопосещаемом. Откуда повалил народ и... Хотя не факт, да, потому что для того, чтобы повалить, им все равно сначала надо на Amazon зайти на страницу, а потом кликнуть. То есть, ну, хрен его знает. С кликами прямо за один день, но не встречал такого. То есть, если начинает кликать, то это вот там недельку у вас начинает мурыжить. Там, да, это в течение 10 дней было, где-то 10-12 дней. А, 10 дней, ну тогда вот может быть, да. Все только по одному сетч-шторму, только по одному. А, ну тогда, да, значит, вас кликали. Ну, это решается как? То есть это пишутся жалобы в Amazon, они рассматривают, и потом вам бюджет. Я в прошлый раз рассказывал по этому поводу, он сказал, что даже кто этим пользуется, по большому счету, Amazon потом, скорее всего, это все компенсирует. Конечно. Потому что обычно это все через прокси делают, и там видно по статистике. То есть Amazon, он на самом деле очень мощная система, она хорошо, даже вот когда были эти ребята, индусы, они же целый ритуал проводили для того, чтобы там их, вот этот левый их отзыв, там левое какое-то их действие. Amazon очень следит за поведенческим, что делает человек на сайте. Откуда он пришел, сколько он времени провел на странице, какие он действия делал. А кликеры все, они, как правило, там прибежали, нажали, убежали. Поэтому их очень легко найти, и потом эти деньги просто вам Amazon компенсирует. Вот если кто-то разработает какой-то высокоинтеллектуальный кликер, который там будет полностью имитировать человека там, с реальным IP, там, тогда уже будет сложнее. А в этом деле нет, на самом деле. Они скликивают, вот ты 10 дней уже продажи потерял. А тебе бабки там отдадут, ее мы там, через месяц. Они уже свой результат сделали. Нет, ну как, ну какую-то гадость, конечно. У них еще и совесть чиста. Они говорят, что все равно бабки вернут. То есть никто не попадет. Ну и все, то есть вот так вот работает. А, кстати, вернул деньги там Amazon? Мне он вернул $17. Сначала я потом сейчас подал вторую жалобу, вот буквально только вчера. Говорю, какие 17? Тут, там, как минимум там 117. Больше. Ну, запросто, запросто. Ну, я и говорю, из-за этого вот в этом и сложность PPC, что очень сложно все контролировать, но деваться некуда. Кстати, вот по поводу таких вещей, извините, я перебью, быстренько покажу. У нас есть такая штука в настройках. Я не знаю, видно сейчас из-за... Вот здесь у нас anti-clicking shield есть. Значит, можно поставить enable shield. Если появится подозрение у системы, что у вас работает кликер, он просто тупо ставит на паузу компанию и, соответственно, пока, ну и выдает сюда warning, что подозрение на кликинг. Ну то есть единственная проблема в том, что задержка приходит 2 дней. Ну то есть бывает так, что человек вообще не понимает, что я кликер. Он там через неделю только: ох, ёршкин кот, меня скликивают. То есть у него там бюджет какой-нибудь там $10,000 висит, да там, а ему за это время 5 там скликали. Ну, у нас вот как раз по просьбе такого клиента, довольно жирный, у него гигантский аккаунт, вот этот, и у них постоянно кликеры работали, у нас вот такая защита от скликивания. Но сразу говорю, задержка 2 дня. То есть он на конец 2-го дня только замечает клик и врубает защиту. Ну, то есть защита это врубается, просто ставится на паузу компанию, которую кликают. Вот, и выводит сюда предупреждение. На компания? Маленький бюджет... Компания или keyword? На самом деле там можно выбрать, насколько я помню, он ставит компанию сейчас. Но опять же, нам 10 минут изменить, если у кого-то прям будет прям вот такое прям очень надо, чтобы keyword ставил на паузу, мы можем поменять. На текущий момент, насколько я помню, компанию ставит на паузу. То есть ту компанию. Но на самом деле хорошее правило, что у вас там было 10 тысяч компаний под каждый keyword, да, там условно говоря, не надо там в одной компании 100 миллионов keyword держать.
Поэтому мы исходили с точки зрения, что под всей, в основном кликают экзакт же, и где самые высокие бюджеты. И вот как раз компанию с экзактом он ставит на паузу. Таким образом это действует. Так тот, кто кликает, он же не понимает, это экзакт соответствует или не экзакт. Но у вас-то самые дорогие компании, то явно же по экзакту, явно не по броуду они стоят. Ну, то есть по броуду. Но опять же, мы можем переделать это, чтобы вам ставил на паузу именно keyword. Но можно и так переделать на самом деле. То есть это если будет такой запрос от нашего пользователя, который скажет, ребята, вот мне критично, чтобы был keyword. Для нас это две строчки кода, и не так сложно переделать. Да, но я к тому, что, допустим, вот у меня было скликивание, и только все по одному шторму. То есть поэтому как-то ставить всю компанию на паузу. Кстати, еще забыл рассказать, тоже под одного клиента мы пилили. Auto-create campaigns, тоже такая фича. Если у вас в компании появляются новые слова, которых у вас еще нигде нет, они хорошо работают, то у нас автоматически создаются компании, которые так называются Auto-campaign 1, Auto-campaign 2, которые прописаны эти новые ключевые слова в executive phrase и броуде, бюджет ставится по умолчанию на suggested, и они автоматом ставятся на автомат и минусуются, и ставятся в негатив в старой компании. Такая фича редко пользуется, на самом деле очень помогает автоматизировать. То есть это как раз, когда у вас новые ключевики, она автоматически их вытаскивает из компании и сделает для них новую компанию. Но редко кто пользуется этим, но тем не менее у нас такой функционал есть. Но это потом, может, как-нибудь на следующих семинарах я расскажу, если кому будет интересно. Тоже такая фича есть. А, и, кстати, еще интересная штука, тоже могу сейчас рассказать. Если у нас будут пользоваться PPC-скопа, наверняка много, я, по крайней мере, знаю, что много пользуются PPC-скопа среди и сообщества и так далее. Так вот, если кто-то решит перейти к нам из PPC-скопа, но не захочет терять всю статистику, там, годами наработанную, у нас вот здесь вот можно подгружать отчеты из PPC-скопа, и они у вас будут здесь же в статистике все видны. И, ну, то есть она будет точно так же их воспринимать, и ничего не потеряется. То есть все, что у вас там история была, то есть на текущий момент назад система может откатиться на 2 месяца. Дальше она не может откатиться, потому что Amazon не хранит репорты более старые. А если у вас были более старые PPC-скопы, пожалуйста, загружайте сюда, и все статистики у вас здесь восстановятся. Но это кто хочет PPC-скоп к нам перейти. Ну, наверное... Для меня это актуально. Я как раз пользовался PPC-скоп, и у меня сейчас закончился плачный месяц. Ну вот если, да, если вы захотите свои отчеты загрузить сюда, просто идете в settings, system settings идете, upload reports, и вот здесь можно загружать PPC-скоп на отчет. И, соответственно, нажимаете сюда плоты, и все данные из них появятся, все-все. Вот а есть вот функция продажи вот по товару, продажи, ну, количество продаж по PPC, по рекламе и по органическим? Есть, да? Вот на главном экране, пожалуйста. Вот как раз про то, что я говорил. Вот здесь у нас так называемый трюокос, есть такое понятие, вот он, трюпрофит, трюокос. PPC-шный окос, это понятно что, то есть здесь ничего не меняется. Вот. А трюокос – это как раз та самая штука, которая накладывает ваш органик. То есть, если мы на главной странице посмотрим, вот у нас всего было по продукту $57 000 продажи на $57 000 за последний период. Из них PPC продаж было на $16 000. Ну, то есть, грубо говоря, здесь даже графики есть. То есть, всего мы продали на $82 000, из них органики было $59 000, а из них PPC было $22 000. И здесь вот это разбито по товару. Всего у нас было $57 000 продаж, из них по PPC столько, всего у нас было прибыли, вот у Дениса прибыль на аккаунт, это прикольно, то есть у него 3800 он заработал на PPC, а вот сколько он заработал всего, и вот какой у него трюокос получился. То есть если размазать PPC-шные продажи на органику, то окос у нас получается 10.41, что, в принципе, очень хорошо и даже прям радует. Вот. Я вот первый раз познакомился с продуктом PPC Tools, меня заинтересовало, я вот сейчас попробую. Да, у нас бесплатно 14 дней, если понравится. Если вы зарегистрируетесь через Дениса, ссылку, которая у него есть там на канале, вот сейчас Денис, наверное, там опубликует ее, а у вас еще будет 25% дискаунт. Ну, то есть 25% скидки вы получите. Но это надо зайти через Денисову ссылку, и там будет код купона, и надо будет ввести это. А код, обычно Денис это на канале всегда пишет после того, как запись идет. Короче, таблица инструментов, есть все ссылки. Я обычно ничего не пишу, потому что забываю.
А, ну я тогда напишу, не вопрос. А я таблицу инструментов возьму, да и все. Таблица инструментов, все есть, я людей как бы это стараюсь, чтобы был один хаб, чтобы было очень удобно, зашел, все получил, потому что ссылка в YouTube есть именно таблицу инструментов, и там все ссылочки, то есть все рефералки, я считаю, такие, ну, самые важные. Все там есть, по крайней мере, что у меня есть. Так, ну, вопросы, наверное, больше я так не увидел, сейчас посмотрю, но, по-моему, в чате пусто, все, что могли, разобрали. А, ну, наверное, в следующий раз я со всеми бы более подробно обсудил вот этот exec tracking. Как раз, может быть, мы с Денисом пару слов его поставим на трекинг, посмотрим, что происходит, если Денис не будет против. Да, ну, поставим. Да, и на следующем, да, вебинаре как раз вот будем рассматривать зависимость, насколько много мы вливаем в PPC на экзекты и насколько сильно это влияет на поднятие выдачи. Вот мы как раз будем наблюдать эту зависимость на живых примерах. То есть миф это или реальность? То есть можно ли вы с помощью PPC выскочить на первое место? Но там нужно хотя бы там 2-3 недели, что прошло. Ну, то есть вот к тому времени, как у Дениса это, будут какие-то результаты, мы уже это рассмотрим. То есть мы, как это, было, есть такая передача, да, там Mythbusters, то есть там это разрушится миф или не разрушится, то есть можно ли с помощью PPC поднять. То есть на живом примере мы это все разберем. Это очень хорошо, вот меню трекинг. Кстати, если кто пользуется Amazon One, хорошая программа, тоже пользуюсь. Вот трекинг у нас практически точно такой же, как Amazon One. То есть если вы пользуетесь только Amazon One ради трекинга и вы хотите перейти к нам, то, в принципе, у нас трекинг есть такой же, как у Amazon One. То есть, ну, опять же, смотрите сами, нужно ли вам сразу на две программы подписываться. Трекинг у нас есть. В принципе, мы тоже думаем, трекинг нам нужен именно для PPC, поэтому всякие автореспондеры и так далее мы добавлять сюда не будем, которые раньше думали. То есть мы сосредоточены с PPC, у нас будут все инструменты, которые будут помогать людям работать именно с PPC, а, соответственно, респондеры и так далее. Это пусть трекер нам был нужен, потому что нужно было видеть зависимость между тем, что ты тратишь на PPC, и насколько это отражается на твоей позиции, выдачи. Только ради этого мы приделали трекинг, а не для того, чтобы там отбирать хлеб от Amazon One. Вот. А, в принципе, то есть это нужный инструмент для PPC всегда отслеживать зависимость бюджета, потраченного конкретно там exact ключевик, и зависимость его от позиции. То есть если, скажем, мы тратим много на ключевик, а позиция не растет, нет смысла держать высокий окос. А если, например, мы видим, что позиция начинает расти с увеличением окоса, значит, мы смотрим триокосы, и если у нас триокос как раз вот не превышает нашего нужного там нам окоса, то значит, все хорошо и замечательно. Вот у Дениса триокос вообще шикарный, там 10.41, это значит просто, ну, в шоколаде, там уже два Майбаха и так далее. Вот, ну... Денис, с моей стороны, наверное, все. То есть все, что я хотел сказать, я все рассказал, вроде на да. Твои вопросы ответили. Эти две недели у нас, по-моему, две недели прошло. Сделали очень много. Надеюсь, две недели, наверное, не хватит до следующего раза. Я думаю, месяца хватит, потому что я еще пару недель поковыряюсь этой программой, потому что я не могу нам каждый день, ну, просто смысл нет, их переделываю. То есть я где-то делаю максимум два раза в неделю. Вот. Ну, это нормально все. Да, сейчас мы вот с этим как бы разгребемся. У меня сейчас два аккаунта пока. Третий никак подключить не могу. Вот. Как мы вот это все доделаем, займемся тогда уже экспериментами, будем уже что-то новое показывать, потому что и автомат можно попробовать, вот эти вот ключи крутые, даже можно попробовать вот на данный момент, как раз у меня сейчас возник вопрос, последний раз, насколько ты помнишь, по вот этими, с автомата генерируются новые ключи. Ну да, это мы тогда. Ну давай тогда завтра звонимся. Сброды генерируются, да, то есть да, вот да. Вот. А они мне понятны, как я зашел в автомат, брод, оттуда выдернул эти серстерны, воткнул там в экзакты и так далее. Или из автомата в мануал все это засунул просто и начал это тестировать. Вот. И хотелось бы из программы, да, потому что подливать, так скажем, масло в огонь потихонечку. Ну окей, договорились. Всем спасибо. Хотелось бы побольше, чтобы вопросов больше по PPC в следующий раз тоже, но, видимо, все уже спросили. Уровень просто у нас еще, я еще два месяца назад у тебя даже вопрос задать не мог. Все это со временем, оно сразу не бывает, под лежачий камень вода не течет. Мы делаем, программа развивается, мы развиваемся, потребности развиваются, все со временем. Через год, когда мы с тобой вот об этом поговорим, уже будет, я думаю, совсем другой результат. Ну да, да. Ну, всем хороших продаж, самое главное, и поменьше злых конкурентов. Что-что? Вопрос по программе есть? Да. А можно взять, да, к примеру, взять, там, вот, когда я создаю компанию, вот я беру, например, 50 ключевиков или там 100, и хочу сразу все, во все их типы соответствия.
Это есть такое, чтобы на одно кнопка это все? А, еще раз, во все типы соответствия. Во-первых, 50 ключевиков в одной, это очень плохая как бы идея. Но, то есть вы хотите... А, то есть понял, что когда вы создаете компанию, чтобы они вас размножились во всех трех типах. В одной компании. Да. Ну, вот в компании... Ну, такого у нас нет функционала. В принципе, я не вижу смысла в нем, потому что это очень порочная практика. По одной простой причине. Компании надо дробить. Компании надо дробить, потому что компания — это ваша, грубо говоря, единица, по которой вы проверяете там статистику там, и так далее. То есть чем больше у вас мелких компаний, тем в итоге удобнее работать. То есть, Извините, я оговорился. В одной компании в разные группы. А, все, я понял. Значит, смотрите, у нас сейчас есть инструмент, который вот мы сейчас тоже тестируем, называется MatchType Expansion. Он сейчас у нас работает, но мы сейчас его на следующей неделе как раз будем улучшать, то есть он, в принципе, здесь есть. Если все зайти, MatchType он называется, MatchType Expansion. Это, в принципе, система следующая. Если у вас, вы задаете предельный окос, который у вас там есть, предположим, какой-то, ну, то есть 30% хороший у вас окос считается, и вам показывает, например, у вас какое-то слово работает хорошо. Мне кажется, я не на ваш вопрос отвечаю, да? Давайте я закончу, потом на ваш вопрос. Значит, вот этот MatchType Extension, это вылавливает те слова, которые у вас, предположим, есть в экзекте, отлично работают. Но у вас нет этих ключевиков ни в броде, ни в фрейзе. И, вот он, и вы здесь как раз увидите, что у вас есть в экзекте шикарно работает ключевик, но давайте-ка мы добавим еще в броде его и в этом самом, во фрейзе. И то же самое, у нас отлично ключевик работает в броде, но у нас его нет ни во фрейзе, ни в экзекте. И вот как раз вот здесь вот, ну, мы сейчас дорабатываем вот это меню, со следующей недели оно хорошо, ну, вот этот функционал, что, в принципе, можно будет сразу множить. То есть если у вас хороший ключевик есть в фрейзе, вы прямо вот отсюда одной кнопкой можете его размножить в брод и в экзекте. Вот да, такая вот. Вот это хорошая функция, то же самое с автомата или с брода, раз новый ключ какой-то выдернули, и его сразу все типа соответствуют. По поводу нового ключа, вот эта штука у нас есть, которую я показывал. То есть у нас есть автоматическое дергание хороших ключей, которые у нас появляются новые с хорошим окосом, который у вас стоит вот здесь в аккаунт сеттингс. Так, дефолт окос у вас здесь 30. И вот как раз автокреат, ну это я лучше на следующем сценарии расскажу, потому что это долгая тема. Вот это как раз приблизительно то, о чем он говорит. Автодергалка новых слов. То есть она в автокомпанию, которую вы ставите, рулится Creating Campaign, там я расскажу подробно, как это работает, сейчас просто нет времени. Но смысл приблизительно такой. У вас создается аккаунт сессинг, хороший для вас дефолт окос. Это тот окос, который у вас шикарно работает и, соответственно, ну, для вас он является хорошим. Вот эта AutoCreate Campaigns как раз, она берет из ваших автокомпаний вот эти ключевики новые, которые у вас еще нигде нет. Оттуда их выдергивает, создает компанию новую с этими ключевиками во всех соответствиях. Fraud, Brace, и, значит, Broad, Phrase и Exacti. И ставит их сразу на автомат, то есть следит за ними, чтобы они не выходили из-под контроля. И, соответственно, вот как раз, наверное, делают то, о чем вы говорите. Но это довольно долгая тема, это как-нибудь отдельный семинар, я об этом расскажу. Вот. То есть автодергалка ключевиков у нас есть. Но у нас нет пока, видимо, то, что вы первоначально спрашивали, чтобы выделять слова и сразу их размножать там в трех типах там, в каких-то компаниях. Пока такого нет. В принципе, если это будет запрос от наших юзеров такой поступит, я думаю, что мы можем это написать. Да, я понял. Ну, я, например, так всегда создаю компании, то есть я беру там все ключи и все, во все типы соответствия. И в одну, все прям в одну группу пихаете? Ну, в одну группу, там, брод. Ну, не совсем. Давайте сейчас, у нас времени уже нет, уже 2 часа мы закругляемся, на следующем семинаре, как, может быть, расскажу, но это не очень верный подход. Вообще у нас на сайте есть довольно неплохо расписан, ну, не то, что прям супер верный подход, но вообще, чем больше у вас будет дробление, тем лучше, тем проще управляться. Когда у вас вот эту кашу всю одну запихну, вот это всегда сложнее управляться и включать, выключать, и вообще следить, что происходит. Да, с нашей программой легче будет, потому что, в принципе, мы всю эту кашу бьем вот здесь, и вы видите там единичное вытаскивание. Но, опять же, хорошим стилем считается, если у вас там все разбито там, в одной группе в одной группе сидят фрейзы, в одной группе сидят броды, в одной группе сидят экзакти, и не больше там, если у вас высокочастотники, то вообще под каждый высокочастотник лучше создавать отдельную компанию, и там
в нем три разные группы, и каждый там на фрейс, на брод, не знаю. Я предлагаю закругляться, просто время уже, может, 2 часа, вот, и, наверное, лучше уже все вещи уже на следующих семинарах. Да, я как раз познакомлюсь тоже со всеми. Да, пожалуйста, удовольствие, с радостью, да, поэксплуатируйте, 2 недели, опять же, бесплатно. Еще раз люди спрашивают, если вдруг, как отписаться. Отписаться очень просто, есть такая штука здесь в Билике, то они будут заходить, потому что там реально данные Дениса, но вот если вы туда зайдете, там будет кнопочка «Cancel Subscription», и если вам, вы там разочарованы, лучше всегда, если вам что-то вдруг показалось, не работает, не нравится, заметили баг, вот здесь leave a message есть. Пишите сюда, мы в течение суток мы вам всегда отвечаем. Ну, либо если с вами живой человек есть, то он вам сразу ответит. Вот. Но если все равно это не то, что вы хотели, то здесь вот есть биллинг. Мы за первые 2 недели с вас ничего не берем, естественно, просто мы возьмем с вас карту, но ее чарджить не будем. То есть если вы согласны работать с нашей системой дальше, то на 14 день она у вас, с нее спишется абонент. Но за первые 14 дней ничего не списывается, и вы, если вам не понравилось, не подошло, просто идете в биллинг и отменяете. Ничего там экстраординарного нет. Денис, я предлагаю на этом закончить, да, если никто не возражает. Я тоже готов закончить. Да, всем спасибо. Да, все мы нереально обсудить. Тогда еще у нас будет вебинар в дальнейшем. Предлагаю там уже в дальнейшем. И, соответственно, новый функционал, который мы наметили, обсудить, это вот по трекингу. И вот здесь вот MatchType Expansion, это вот тогда вот на следующем вебинаре все расскажем, покажем, как это все работает. У кого есть, кто вот, например, сегодня не участвовал, кто будет видео в записи смотреть, я сейчас его выложу и в Facebook, и в YouTube. Предложения, приходите, рассказывайте, пишите под постом. Да, то есть мы тогда в следующий раз их просто, да. Да, просто отвечать. Какие-то есть вещи, которые мы не обсудили, например, там и так далее, то есть или претензии, какие-то ошибки, лаги, баги там и так далее. Можете мне в личку написать, я передам. Никаких проблем тоже нет. Да, всем спасибо, ждем на следующих вебинарах и пользуйтесь нашими слонами, хотел сказать, пользуйтесь нашей программой. Всем пока, хороших, высоких продаж. Все, всем пока, до свидания.